всех приветствую, кто ко мне зашел. С вами Полина, вы на моем канале. И сегодня я с вами поделюсь радостью. Мои фиалочки пришли в себя после переезда и выбросили такую кучу бутонов, что просто одна радость смотреть на них. И я с вами, конечно, этим хочу поделиться. Не все, конечно, еще выбросили бутоны, но это впереди. Я набралась терпения и буду ждать спокойно и терпеливо. Давайте начнем. Я не буду вам показывать уже те, которые цветут, чтобы не испортить впечатление, потому что я буду показывать все свои цветущие попозже, когда они распустятся. Я вам только хочу сейчас показать, что здесь творится у меня на полках. Мои фиалочки так обрадовались, что этот ужас переезда закончился, что они, посмотрите, стали выкидывать бутоны все одна за другой. Чем меня, конечно, очень радует, посмотрите. И здесь, и под листиками я вижу так много бутончиков. И вот еще здесь был центр забит из-за пересвета. Но все равно бутончики прорываются, как вы видите. Вот, смотрите, мои красоточки. Они меня благодарят за то, что я их уже поставила в нужные условия, в хорошие, что у них есть свет теперь, и я их поливаю вовремя, конечно, все. Вот, и еще вот здесь. И просто я вам говорю, у меня душа радуется, когда я на них смотрю. И там тоже только вылезли бутончики, посмотрите. И как их много! Я посмотрела под другими листиками, я не хочу ломать, конечно, но я посмотрела, усыпано, просто усыпан стволик этими листиками, бутончиками. Вот, и там тоже только-только начинают, вы видите? Скажите, какая прелесть, когда это все происходит. И вот на этой фиалочке посмотрите, сколько бутончиков. Вот, я уж не знаю, конечно, может быть, это совпадение с тем, что сейчас уже весна, и им пора как бы цвести, но они ведь цветут круглый год, вот. Но я думаю, что это, конечно, еще и от того, что это еще от того, что они попали уже в хорошие условия. Вот смотрите, и здесь, вы видите? Вот такое дружное цветение будет, это будет просто красота. И вот еще одна фиалочка тоже выкинула бутончики. Вот они. Ой, как бы мне не сломать. Хочу вам показать, потому что я очень... Ой, не могу никак подлезть туда. Я очень, конечно, рада этому. Вот, и хочу с вами поделиться. Поэтому я вам это показываю. А вот еще одна. Вот. И еще одна. Вот она. Как будет? А, вот, видно. Видите? Вот представьте, какое будет цветение, когда они все зацветут. Все одновременно. О! И еще что-то я видела где-то здесь. А, вот я хотела сказать, вот это моя фиалка. Она у меня растет, ну, несколько лет уже. Так плохо росла. Вот, но сейчас она пришла в себя. Решила все-таки расти, ей условия понравились. Вот, вот это все, все-таки я думаю, что это пасынок, это не бутон. Вот, и там пасынок. Ну ничего, и бутоны появятся тоже, я не расстраиваюсь из-за этого. Надо только набраться терпения. Вот еще одна дает мне бутончики. Выкинула бутончики. Не очень хорошо видно, конечно. Ну вот, вот здесь хорошо видно. Вот. Вы надо мной не подсмеивайтесь, потому что вы понимаете, что после того, что у меня тут было, появление бутончика – это большая радость, конечно. Вот еще одна. Посмотрите, как много. Вот что меня буквально потрясает, что вот посмотрите, какое количество бутонов выкинули розеточки все. Ну, буквально все, я вам говорю. Ну, несколько, может быть, нет еще.
особенно упрямых, конечно. Вот. Но, в принципе, они все меня радуют. Вот что бы еще здесь посмотреть? Ага, здесь тоже вроде бы. Ну ладно, не буду я уже их мучить, свои фиалочки. И буду ждать, когда они все мне выдадут. Ага, вот еще одна. Выдадут цветочки, когда они все распустятся. И тогда я уже буду вам показывать. А сейчас так мельком просто покажу, что уже некоторые цветут. Вот. Видите? И вот там, и вот здесь. А это вот тоже бутончики вот выпустила. И пытается пробиться. Вот, а я помогу. Вот. И там. То есть, как говорится, процесс пошел. Помните? Ой, у меня даже N выпустила бутончики. Это уж такая медлительная девушка, что дальше просто некуда. Как бы вам ее показать? Не могу, не получается. Сейчас к другому свету перейду. Кое-как видно, конечно, вот, но не очень сильно. Но я хочу сказать, что это безумно медленный сорт. Очень медленный сорт, поэтому, когда появляются цветы, я очень рада. Но я хочу вам сказать, что она у меня, в принципе, цвела. Ага, вот здесь вот хорошо видно. Вон они, бутончики. Она у меня цвела уже очень красиво в прошлом году. То есть она себя ведет прилично. Я думала, будет хуже. Вот, но она молодец. Эти только готовятся, но одна уже вон выпустила бутончик. Так что вас ждет очень красивое зрелище скоро, когда они все раскроются, все мои фиалочки. Я вас очень хочу попросить, чтобы вы мне написали в комментариях, как вам больше нравится видео смотреть, про каждый сорт или про целую, как говорится, кучу. Я могу показывать про каждый сорт, я могу рассказывать про них, про всех в одном видео, но это будет длинное видео. Так что напишите мне, пожалуйста, что вам лучше. Про каждый сорт видео или про то, что цветет на полках сейчас. Спасибо вам большое. До скорой встречи. Вот нас что ждет впереди. Вот, пожалуйста, смотрите. Вот, буду вам все-все показывать, что у меня цветет. У меня у самой терпения уже нет ждать, честно скажу. Но надо набраться терпения и ждать. Так что желаю вам всего самого хорошего. Жить в дружбе, любви, согласии со всеми своими дорогими людьми. И, конечно, пышного цветения вашим фиалочкам. Всего хорошего. Пока-пока.